Этот номер третьеклассник Артем подготовил вместе с учителем музыки. Он очень любит творчество, хочет освоить танцы разных народов. Учиться здесь ему нравится. Пятерки, четверки. Иногда у меня там это тройки, там и математика, русский, литература. Все нравится. Посещали несколько школ, и именно здесь мне показалось, что обстановка очень уютная, домашняя. Мне просто стало, когда я поговорила с учителями, они мне очень понравились. Я поняла, что мой ребенок будет ходить в эту школу. На стене стенд с рисунками учащихся младших классов. Две составляющих жизни кубанского казачества. Сцены сражений и картинки мирного быта. Мероприятие подготовили на закрытие года 80-летия со дня образования Краснодарского края. Чтобы наше подрастающее поколение не забывало традиции, обычаи наших предков, нашей малой родины. Это основная задача, которую мы ставили перед собой. Возрождение, можно сказать, поддержка традиций кубанского казачества. Инесса учится во втором классе. Костюм ей сшила бабушка. Красивый, с блестками. В нем только не пойдешь на улицу, он только на праздник одевать. Я мечтаю прилечь на твоем берегу и сойдя с самолетного трапа. Я счастья кричу, я молчать не могу. Я люблю тебя, город. Сводный хор поет песню про Анапу на стихи Сергея Левина. Автор в зале. Он прочитал фрагменты своей сказки про дельфинов, у которых почти все как у людей. Разговаривают громко и не знают, что у всех их беседы хорошо понимают. Его в школе еще на первых уроках учитель научил человеческой речи. Это школа с углубленным изучением иностранного языка. Здесь по одному классу. С 1 по 11. В каждом не более 10 человек. Not only English, but what about mathematics? У десятиклассников урок английского языка. Олег пришел в школу год назад. В семье решили, что здесь он лучше подготовится к экзаменам. Профиль школы для него как своеобразный бонус. В будущем перспектива устроиться в международную компанию. Говорить, конечно, могу. Да, у меня и опыт был. Я могу говорить именно по-английски. Ну, не так, чтобы сильно свободно, но могу. У меня есть друг по переписке, мы с ним общаемся. Он с Америки. Я с ним как бы нормально общаюсь. Сегодня школа арендует в общей сложности 750 квадратных метров. В планах обзавестись собственным помещением и увеличить число учащихся со 100 до 300. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.